сети. Написано имя. Ага, Валерий Чкалов. Да, Валерий Чкалов. Это, ну, вот коробочки стоят. Угу. Валерий Чкалов крупненькая, черненькая, по 70-65 гривен. Угу. Это ваша или вы как перекупщиком выступаете? Ну, покупаем, да, есть свое, какую со своих садов срываем, какую тут покупаем на месте у людей. Угу. Ну, как говорится, и себя выручаем, и людей выручаем, покупаем. Угу. А скажите, как вообще в этом году погодные условия? Погодные условия сейчас, конечно, вообще не радуют совсем. Ничего, черешни очень мало, во-первых, в этом году, а еще и погодные условия. Дождь пошел, черешня вся полопалась, все разошлось, и урвать ее просто половину уйдет. Ну, как вам сказать, Терпение, это у нас такой именно вот тут маленький регион, вот Терпение, Мелитополь, где мы тут все сезонный заработок, вот это у нас черешня, мы только на него целый год и надеемся. Где, ну, работа работает, да, там кто минималку получает, у кого там чуть больше, там 10-15 тысяч зарплата. А именно черешня, это уже где можно действительно что-то заработать. Тем более, как в этом году цена отличная, ну, можно отлично заработать, как бы, к зарплате плюс, это очень большое. Это в день можно заработать, если нормальные сады, в день можно заработать свою месячную зарплату. Ну, то есть так и выживаем. А у кого нет своих садов, вот у нас, допустим, не было еще в том, в позапрошлом году своих садов не было, мы что могли делать, так это только купить здесь и поехать куда-то продать. А куда-то продать — это Харьков, Киев, это что такое самое оптимальное. А опять же, сейчас там цены тоже нет, людей нет, все закрыто, границы закрыты, поэтому очень плохо берут. В прошлом году, я не скажу вам за прошлый год, я просто как раз в прошлом году я родила, поэтому я дома с нянечкой была, и я была вообще не в курсе, да, что в том году было.